волнует несу. Я уже говорила, что Вот, наверное, если мы все любящие Высоцкого как-то будем вот это вот не забывать и собираться, и двигать вот эту волну, вот эту всеобщую волну мягкости и любви, может быть, этот жесткий мир включает. А как бы вы его назвали? Он что? Вот уже сейчас, когда он ушел. Кто? Кто он? Вот сказали, что это необъятная вселенная, которую можно познавать всю жизнь. А вы как бы сказали? Кто он? Кто? Для меня это прежде всего, знаете, нет, для всех людей. Вы журналисты, не для вас, а для всех людей. Кто? Вот для тех, кто его любит. Кто? Я думаю, что это даже не безусловно. Нет, я не вижу, сплочается. Можно сказать, что вот, знаете, там в Израиле сегодня Иисус Христос Мессия, да? А те, кто приходили там и помогали Мессии, назывались предтечи. Вот, наверное, можно сказать, что, может быть, волосы...